31 октября в Гомельском горосполкоме пройдут очередные аукционные торги. На одном из них можно заключить договоры аренды земельных участков. Предлагается 4 лота. 3 участка находятся в Романовичах и предназначены для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. Начальная стоимость от 5300 до 5800 рублей. 4-й располагается на улице Ильича и предназначен для размещения легкотипного павильона. Стартовая цена около 1000 рублей. На втором аукционе в этот же день в частную собственность можно приобрести 2 участка. Оба предназначены для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. Участок на улице Ореховой в микрорайоне Костюковка стоит почти 5600 рублей. На Добрушской почти 32 тысячи. Извещение с перечнем необходимых для участия в торгах документов доступно на сайте Гомель-Геодез-центра. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить также в землеустроительной службе Гомельского горосполкома по номеру телефона 310948 или в Гомель-Геодез-центре по номеру 419786.